В супермаркете «Эпицентр» я купил приправу. Приправа грузинская, торговая марка «Любысток». 25 грамм стоит около 10 гривен, 11. Это где-то около 25 центов. Сделано в Украине, расфасовано. Специи та трави – це родзинка грузинской кухни. Так що входить в состав? Сіль кухонна, часник цибуля, перець, орегано, базилік, кріп, петрушка, кумин, куркума, горіх мускатний, лист лавровий. Смажене м'ясо, овочі. Ну что ж, будем готовить мясо с грузинской приправой.